Я бы сказал, что этот хор особенный, потому что в нем много разных прекрасных сторон. Ну, скажем, одна из этих сторон – это как бы историческая. Почти с начала моего архиерейского служения участвовал хор. Этот хор воспитывает детей в добрых началах. Даже из Англии приехала воспитанница этой школы. Сам хор «Радуга» по своему существу, с чем бы они ни выступали, это хор очень высокой категории. Все наши преподаватели, вся наша, ну, так, как говорят, команда, это в основном воспитанники, выпускники детского хора «Радуга». Так что продолжение у нас следует, ну, последние годы постоянно. Вот, молодежь возвращается после учебы в вузах музыкальных. Колядки мы поем уже тоже не один год подряд, уже много-много лет, уже как-то так стало тоже традицией, приходим и поем колядки. Нам порой приходят ребята с 3 лет заниматься, а есть группа, где занимаются ребята с 1,5 лет. Еще не говорят, а уже поют первые звуки. И, конечно, вот мы очень рады, в этом году вот выпускали мы наших выпускников, и среди них были ребята, которые пришли в хор, представляете, в 2-3 года. То есть они поют в хоре, пели в хоре 15 лет, 16. Это целая жизнь. Вот. И в нашем хоре, хочу сказать, идет не только... мы не просто обучаем детей петь, это очень просто сказано. Мы учим детей через музыку, через духовную музыку, через классическую музыку, через эстонскую музыку, через музыку современных композиторов познавать добро,
духовность, все самое замечательное. И ребята по праву, и мы очень рады, гордимся этим, называют хор хоровой семьей.